Всем привет, с вами Андрей. Ну что ж, меня бомбануло, очень сильно сегодня бомбануло. Сегодня 17 апреля, 31 марта я сделал заказ в эпицентре. Обработали его, в смысле отгрузили, 8 апреля. Джастин как бы мне доставил в отделение 9 апреля, но смс-ка пришла уже где-то ближе к 9 часам вечера, а они работают до 7. Ну, в общем, 10 числа пришел я получать свою посылку, и что вы думаете? А мы вам ее не можем выдать, потому что она состоит из трех частей, а пришло только две части. Какого фига эпицентр отправил один мой заказ тремя посылками? Непонятно, ну, тремя частями. В общем, ждите третью часть, приходите позже, звоните на горячую линию. Хорошо, сказал я и пошел. Позвонил на горячую линию. Мне сказали, да, мы оставим вашу заявку. И как бы вам позвонят. Ну, я человек терпеливый, но не настолько. На следующий день я опять звоню. Спрашиваю, где посылка, третья часть? Мы заявку оставили, мы не знаем, где третья часть посылки. Да, ее приняли, но где она, мы не знаем. Вам позвонят, заявку мы еще раз оставили, вам позвонят. Вы очень важны нам, вам позвонят, да, конечно. И так вот каждый день я названивал Джастину. В понедельник уже, в этот понедельник, я просто начал еще наяривать в эпицентр. Звоню в эпицентр, говорю, что за фигня, где моя посылка? Там говорят, окей, мы оставили заявку, ждите, вам перезвонят. Звоню в Джастин. Где моя посылка? Окей, мы оставили заявку, вам перезвонят. И так каждый день до сегодняшнего числа. Каждый клиент очень важен вам, конечно. Сегодня звоню в Джастин, и мне говорят, а вашу посылку вернули обратно отправителю. Ее никто не забрал. Я говорю, а как я мог забрать? Мне сказали, что я не могу забрать, потому что третья часть не пришла. А раз она не пришла, мне ее не выдают. И, в общем, ее вернули. Звоню в эпицентр. Что за фигня, говорю, где мой заказ? Там говорят, ой, да, мы видим по трекеру, ее вернули. Ну, не переживайте, вы можете сделать новый заказ. Блин, ребята, вы что, издеваетесь? Я 17 дней ждал какого-то сраного заказа. Маленький заказик, состоящий там из двух кружек, двух банок какого-то там моющего для стирки и так далее, и чуть-чуть канцелярии. Я этот заказ ждал 17 дней и не получил. В результате, говорит, сделайте новый заказ, и, возможно, вы получите. Хорошо, сказал я. Положил трубку и сделал новый заказ. Мне потом перезвонили через пару часиков, сказали, все отлично, ваш заказ принят. Он прибудет, точнее, он будет отправлен 22 числа. 22 числа. Еще 5 дней ждать. Ну, в общем, меня реально бомбануло. Я 17 дней ждал, теперь еще ждать его обработки 5 дней. Ну, круто. Вообще работает отлично. То есть, чтобы мы на карантине никуда не лазили, как бы съездить мне туда, ну, не с руки, на такси надо ехать, ну, как-то не очень, да? Ну, блин, как вы работаете, ребята? Что за фигня? Ну, в общем, меня сегодня реально бомбануло. С вами был Андрей. Всем пока.